We used to have President Saddam Hussein. He was looking after everybody like a father. Саддам Хусейн, и он по-настоящему заботился о нас, словно отец. After what NATO and European and USA, USA, what they done to our country in 1990, thus they destroyed our country and they bring some people in there. They dictating everything. Saddam wasn't dictator, but now they are dictator. They doing everything to the people. You can see now the administration in Iraq. In north of Iraq, Soleimani, they killing people yesterday. Been six student, university student, been killed by the forces, Kurdish forces. Вы хорошо знаете, что Европа, Соединенные Штаты, Североатлантический альянс сделала с нашей страной в 90-х годах. Они убили нашего президента Саддама Хусейна, которого они называли диктатором. На самом деле он таковым не был. Однако сейчас в нашей стране идет война. Присутствуют настоящие диктаторы. Только недавно на севере прошли активные боевые действия. Погибли люди. We don't know where the problem is if all the presidents of Europe or across break the borders for us like you did for us and very such things for us like respect us with a warm hug. На самом деле, нам видится, что если бы все президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем. Как ваш разговор с госпожой Меркель? Будут ли планироваться ли встречи в трехстороннем формате между Белоруссией, ЕС и ООН по вопросу беженцев? Я думаю, это из области фантастики. Вы же знаете их позицию, и они стараются этой позиции придерживаться. Поэтому вряд ли это произойдет, по крайней мере, на высоком уровне, я не говорю на высшем, на высоком уровне. Ну, может быть, на каком-то экспертном уровне. Так они, видите, не хотят разговаривать и решать эту проблему на уровне ЕС-Беларусь.